У нас проводится процедура по уходу за лицом. Сейчас мы проведем массаж. На данном этапе мы сначала, прежде чем провести процедуру массажа, проведем очищение лица. Для этого мы берем пудру очищающую, пару капель воды и превращаем это все в эмульсию. Тонизируем кожу. Берем регенерирующий крем с витамином С и по нему сделаем массаж. Запускаем процессы регенерации, выводим свободные радикалы, укрепляем капилляры сосудов, освежаем цвет лица.